Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Алгебра 7 класс» автора Мерзляк, Полонский и Кир под номером 1021. Нас спрашивают, при каком значении А имеет бесконечно много решений система уравнений. Под номером 1 у нас система с вами двух уравнений, двух линейных уравнений с двумя переменными. Рассмотрим эти уравнения. Первое уравнение x плюс 5y равно 4. И второе уравнение 4х плюс 20у равно а. Обратим внимание, что во втором уравнении перед х коэффициент 4, а у первого единица. Поэтому умножим обе части первого уравнения на 4. Мы знаем, что если обе части уравнения умножить или разделить на одно и то же число, отличное от нуля, то решение уравнения не изменится. Итак, умножаем. Х умножаем на 4, 4х. 5у умножаем на 4, 20у. И 4 умножаем на 4, правую часть, 16. Переписываем второе уравнение. И что мы видим? Мы видим, что левые части уравнений – это одно и то же самое выражение – 4х плюс 2у. Поэтому если а будет равно 16, то решение системы сведется к решению уравнения 4х плюс 20у равно 16. А это уравнение имеет бесконечно много решений. Поэтому и система будет иметь бесконечно много решений. Запишем, что а равно 16. И теперь запишем почему. Если решения данной системы совпадают с решениями уравнения 4х плюс 20у равно 16, то это уравнение имеет бесконечно много решений, а следовательно данная система имеет бесконечно много решений при а равном 16. Под номером 2 у нас опять система линейных уравнений с двумя переменными. Первое уравнение 3х плюс ау равно 12, а второе уравнение 9х минус 15у и равно 36. Коэффициент перед х в первом уравнении 3, а во втором 9. Разделим обе части второго уравнения на 3 или умножим на 1 третью, что то же самое. Первое уравнение переписываем. 3х плюс ау равно 12. 9 умножаем на 1 третью, это 3. И дописываем х. Минус 15у умножаем на 1 третью. Минус 15 делим на 3. Это будет минус 5. И дописываем у. И равно. 36 делим на 3. Получаем 12. Итак, если а будет равно минус 5, то решение системы сведется к решению уравнения 3х минус 5у равно 12. А это уравнение имеет бесконечно много решений. Значит, и система будет иметь бесконечно много решений. Итак, а равно минус 5. И то, о чем я говорила, можете записать. Система имеет бесконечно много решений, потому что совпадает с решениями уравнения 3х минус 5у равно 12. И это происходит при а равном минус 5. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.